Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Сегодня мы с вами поговорим о новинках, которые, я думаю, нравятся и девушкам, и мужчинам. И с каталога номер 4 появится огромная мужская коллекция футболок всего. И я думаю, вы уже видели это все на показах. Кто не видел, пожалуйста, ходите на форумы. И я думаю, вы оцените наши коллекции. На самом деле, намного дешевле, чем в любом интернет-магазине, а качество 100% будет хлопок. Вот. Итак, сейчас мы с вами поговорим о шарфах мужских, двух штучках, ремешок двухсторонний, вот мне не достался, не было его на складе. И, конечно, портмоне мужское и косметичка мужская. Вот очень мне понравилась именно мужская косметичка, цвет серо-голубой, материал эко-кожа идет. Размер 21 на 12 на 10 сантиметров, артикул 97-94. Цена у нее довольно таки приемлемая, это цена каталога. С нашей скидкой это будет минус 20 или 26%. Итак, смотрим. Очень мне понравилось. Вот такая вот она большая. Если сравнить с шампунем, да, то вот тут еще войдет не один шампунь, да, смотрите. Да, то есть очень большая косметичка, то есть тут войдет все. И это, конечно, здорово, классно. На подарок подойдет. А также в наборчике была коричневого цвета, да, штучка. Ее можно прицепить вот сюда, потому что тут отстегивается, да, и можно... Так, минутку, тяжело. Отстегивается, и можно вот пристегнуть. Пристегнуть, и уже будет не так вот интересно. Также можно пристегнуть и хобби, что я сделаю мужу, да, и она будет вот таким вот образом уже держаться. Да, пакетик этот снимается, и тут такой вот ремешочек симпатичный, двухсторонний. Тут всякие разные застежечки, да, заклепочки, все очень удобно, классно. Косметичка очень стильная, очень приятная. С обеих сторон вот есть такие вот заклепочки, да, то есть их можно расстегнуть, и косметичка уже будет казаться больше, да, больше, вместительнее, удобнее, да, и пристегнуть также обратно. Также это можно пристегнуть где-то внутри, да, чемодана или еще что-то, чтобы она не потерялась, не выпала у мужчин. А также, так, внутри кармашков точно никаких нету. А что мне понравилось? Железный замок. Мужчинам, конечно же, нужно крепкий железный замочек. И это очень приятно, да? Потому что в женских косметичках у нас с вами идут пластмассовые замочки. Но мы с вами, конечно, аккуратнее используем такие вещи. А так как мы с мужем часто ездим везде, ассамблеи, вот на Шри-Ланке были, сейчас поедем в Новосибирск, Казань на форумы, осенью мы поедем на ассамблею в Москву, да, она у нас будет проходить в гостином дворе. И, конечно же, вот такие косметички, что он взял с собой ее и пошел, да, сходил в ванну, побрился, и все у него в одном месте. Это, конечно, очень удобно. Также тут есть логотипчик Фаберлик, так, с другой стороны. О, и с другой стороны тоже есть, да, здорово. Да, вот такая вот классная вещичка из эко-кожи. Артикул 97-94. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это портмонет. Портмоне мужское. Да, тоже цена такая довольно-таки высокая. Прошлый портмоне у нас до сих пор не порвался, поэтому я его подарю свекру. Я его подарю свекру, потому что, ну... Все нормально, не рвутся портмонеты. И муж сказал, мне новый не нужно было, зачем ты его заказала? Я говорю, ну, так как у меня есть брат и свекр и папа, говорю, я найду применение, куда их деть, потому что не за горами 23 февраля. А, значит, это упаковано в бархатистый мешочек с логотипом Фаберлик. Если честно, упаковка была вот такой. И никакого бархатистого мешочка не было. Вот, значит, дальше с логотипом Фаберлик. Фактура сочетается с ремнем 97-18, да. Отделение для карточек, для монет, отделение для купюр, материал эко-кожа, размер в сложенном виде 12,5 на 10 сантиметров. Артикул 98-16, ну и цена как минус 20% от цены каталога для зарегистрированных. Вот такой вот портмоне.
открываем, смотрим. Раздел под мелочь. Открывается, закрывается. Ага, так, тут нету кармашка. Так, тут, значит, кармашек. Второй кармашек. Тут нет ни магнита, ничего. То есть он также открывается, ложится, закрывается. То есть закрыта только мелочь. Далее, значит, что у нас тут? Так, тут больше нет ничего, тут нет ничего. Да, отделы небольшие, да, то есть вот такая глубина. Ну, вот до сюда глубина. Значит, второй также, третий также, кармашек, четвертый также. Разворачиваем. Сюда можно вставлять фотографию, да, как вы видите. Тоже здорово, классно, удобно. И тут опять идет, я так понимаю, место под визиточку, да, то есть одинаковая глубина. Да, что тут одинаково. Ну, очень, конечно, удобно. Сейчас в каждом торговом центре выдаются какие-то скидки. И, конечно, удобно смотреть, допустим, от спортмастера, да, там потом от какого-то ресторана, от какого-то ювелирного салона, да, там от салона красоты, к примеру, да. Ну, удобно, удобно. Вот эти все визиточки, там кредитные какие-то карточки, да, то есть зарплатные карты, да, то есть все можно в одно место сложить и носить, да, то есть замечательно, замечательно. Мне очень понравился этот кошелечек, портмоне, простите, да, артикул 9816, отличный вот подарочек. Но вот пришел он не в бархатном чехле, как написано в каталоге, а просто так пришел, да, то есть просто так. Итак, далее о чем мы с вами поговорим, это о шарфах. Я была приятно удивлена, потому что шарфики на самом деле большие, классные. Давайте с вами сначала, вот шарфики, давайте с вами сначала, вот я еще об этом с вами хотела поговорить, отложу. Вот, что хочется сказать о новинке для молодежной серии. Очень шикарный крем, артикул 6128, это тональный крем. Он идет 30 мл, невесомая текстура, безупречно сливается с кожей, маскируя мелкие несовершенства. Артикул 6128. Отличнейший тональный крем. Очень хороший и очень, на самом деле, хорошо маскирует. Его не видно. Он не создает эффект маски. Он содержит гиалуроновую кислоту. Вот. И, конечно же, сам подстраивается под оттенок кожи. Это все так. Я светленькая. Очень много кремов, тональных кремов от компании Faberlic мне желтят. Этот крем мне нисколько не желтит. Даже если на камере дневного цвета, да, вам будет казаться, что оттенок желтый. Нет, он абсолютно не желтый и очень хорошо подстраивается под мою кожу. У меня кожа светлая, я светлокожий, светловолосый человек. Да. Вот видите, как прям вообще, как будто ничего не нанесено, да. Это просто, я не знаю, крем очень классный, очень хороший и подойдет молодежи, да. У нас был один тональный крем, который мне очень нравится. Сейчас, минуточку. Он у меня без колпачочка, я дико извиняюсь, что я показываю уже вещи, которыми пользовалась, да. Вот этот тональный крем, он идет антивозрастной, он идет с подтяжкой совсем, то есть это не совсем то, что можно молодежи, да. Он, по-моему, 35+ идет, вот этот кремчик. А вот этот крем, на самом деле, я отдам своей дочке, и я точно буду знать, что он ей подойдет. Артикул 6128, на самом деле невесомый, и на самом деле идеальное нанесение. Очень понравился, прям безумно понравился. Пробуйте, я думаю, вы не пожалеете. Также он содержит SPF 15 и очень даже немаленький объем, 30 мл. Да, тоже очень здорово. На самом деле свежий, естественный вид и... чувствуется, что он кожу не стягивает, не сушит. Но это за счет того, что гиалуроновая кислота как раз-таки в состав входит. Итак, шарфики. Сначала мне хочется вам показать черно-синий шарф. Материал акрил 100%, размер 190 на 70 сантиметров. Он очень большой, да, и артикул у него 98,72, и он стоит, ну, считайте, 750 рублей минус 20%. Да, то есть наша цена. Вот. Значит, такая красота. Давайте с вами посмотрим его подальше, да. Такая вот красота. На самом деле большой. На самом деле классный. Это не вся длина, это половина длины. Он очень широкий.
да, судя по размерам, то есть он очень широкий. Он такой мягонький, приятненький, да. То есть, вот смотрите, я его задеваю, и у меня накоточки так проваливаются, да. Видите? Такой мягонький, хорошенький, да. Вот. Вот эти вот бахрома идет тут снизу. Бахрома идет такая вот снизу, да, вот такие вот висюлечки. Тоже здорово. Тоже классно. Ну, хороший, большой, классный шарфик. Ну, то есть такая вот у него вязочка. Ну, видите, я его легко так... Подарю этот шарфик папе. Очень теплый, хороший, приятный. Я прям в руке держу, у меня уже идет тепло. Подарю ему, и мне кажется, он не один год будет им с удовольствием пользоваться. Вот, далее, значит, серый шарфик. Он идет более плотный. Да, он уже такой, да, как видите, ткань у него другая. Он просвечивает немножко. Он идет более легкий. Да, не такой плотный, не такой теплый. Давайте почитаем с вами состав. Шарф мужской, цвет черно-белый, материал акрил 100%. А да, оба из акрила, но вот этот синий, мне кажется, теплее, чем этот. Этот тоньше намного. Вот, размер 185 на 70, то есть на 5 сантиметров всего лишь он меньше. Артикул 98-13. И стоит он на 50 рублей меньше, чем предыдущий. Да, тоже такой вот. Смотрите, да? Давайте с вами ткань посмотрим. Да, ну, чуть-чуть просвечивает, видно, да, вот. Видно вот окончание, да, стола. Такой вот он. Тут черные, да, черненькая бахрома по краям, а тут беленькая. Ну, конечно, да, шикарно, красиво, здорово. Да, вот конец, начало. Большой очень шарфик, красивый, классный. Давайте посмотрим, как он целиком смотрится. Да? Вот. Вот такая вот ткань. Ну, поэтому я считаю, что это очень хорошие подарки. Да, есть логотипчик Фаберлик также. For Men подписано, что шарф мужской, да. Ну, то есть так вот он пришит. Я думаю, что они будут подлежать машинной стирке, но их нужно будет стирать порошком для деликатных вещей. Пришли они в таких вот обычных пакетиках, хорошо сложенные, красиво, то есть они пойдут на подарок. Вот. И вы знаете, на самом деле очень-очень меня в последнее время компания Фаберлик удивляет, и качеством одежды очень удивляет, и ассортиментом, и вообще я очень горжусь, что я сотрудничаю с компанией Фаберлик. За 2 года, конечно же, мы сделали товарооборот 2000 баллов вместе с нашими дорогими директорами, вместе с нашей командой. И это доказывает то, что кто работает, тому на самом деле легко и просто растется, легко и просто идется по карьерной лестнице. И можно идти с огромной скоростью по карьерной лестнице, если вы на самом деле желаете идти по карьерной лестнице и понимаете, что наша работа официальная, легальная, и на самом деле и продукция, с которой мы работаем, нам приносит радость. Потому что когда я рекомендую наши крема, наши какие-то серии, нашу посуду, одежду, да, нету людей, которые были бы недовольны. Да, иногда бывает, что мы ошибаемся, неправильно подбираем размеры или еще что-то, но опять-таки, с другой стороны, это все легко в течение 21 дня возвращается, меняется и так далее. Да? Конечно, в компании Фаберлик есть такая вещь, как дефицит, что нам заказывают продукцию, а ее нет на складе, и это бывает очень часто, но я думаю, что компания Фаберлик с этим справится, потому что очень тяжело справиться компания Фаберлик в производстве, так как мы очень бешеными темпами растем. Да, на самом деле Фаберлик за прошлый год на прошлой ассамблее сказал, что он вырос на, как он даже сказать, на 60% сам себя перерос, а в этом году Фаберлик хочет удваиваться. Поэтому
конечно, очень-очень было бы здорово, чтобы у нас уже было все в порядке с доставкой продукции. Ну, конечно, где бы вы видели еще дефицит в наше время? Только в компании Faberlic очереди за одеждой, за коллекцией от Ахмадулиной, за коллекцией от Юдашкина. Сейчас будет мужская коллекция, появится обувь. И, конечно, это здорово, что мы делаем свой личный оборот легко и заказываем не то, чтобы, допустим, баллы сделать, а заказываем легко и просто ту продукцию, которая нужна. Все мы стираем, все мы моемся, все мы одеваемся, и все мы чистим зубки, да, и все мы моем посуду. Поэтому очень приятно сотрудничать с компанией, в которой есть все, которая дает такие глобальные возможности для роста, как быстрый старт, стартовая программа, программа Faberlic Club, да, то есть бонус материнства и усыновления есть только у нас. Это, конечно, здорово, это классно, поэтому мы растем легко и легко с вами зарабатываем. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео, дорогие коллеги. С вами была Кононова Аня и интернет-проект Faberlic Online, старшие национальные директора.